Боец на голых кулаках Ибрагим Исламов прикатил тут, значит, в Питер из Москвы на арендованном Porsche Cayenne. Катался, значит, ночью он по городу, как вдруг дорогу ему преградил разведенный Троицкий мост. Ну, бывает у нас, знаете ли, такое. Недолго думая, Ибрагим нажал на газ. Я думаю, что что-то такое представлял себе в голове Ибрагим прямо перед прыжком. Но так бывает только в кино. В реальной жизни это выглядит вот так. Ставим вверху, другого быть не может. Да, не очень эпично получилось. И Porsche, конечно, очень жалко. Разбив чужую машину, Ибрагим с друзьями просто сбежал. Вот он буквально через 10 минут кому-то звонит, уходя пешком от Троицкого моста. А в Питер боец, кстати, приехал встретиться со своими подписчиками и специально для этого взял в Москве в аренду тот самый Porsche за 20 тысяч рублей в сутки. Плюс залог, почему-то всего 40 тысяч рублей. Видимо, ему доверяли. Братва, вот встречаемся, 19:00. Всех жду, газ держим. Эта сторис со вчерашнего дня висит в аккаунте бойца. Он как раз таки на этом самом Cayenne в Питере. Эти тоже потяни сзади. Барби. А вот и встреча с подписчиками, после которой и была неудачная попытка перепрыгнуть мост и бегство с места аварии. Спортсмена сейчас ищут. Одним только лишением прав он вряд ли отделается, хотя...